Добро пожаловать на наше ток-шоу «Пусть все молчат». И с вами его ведущий Ахмед Шалахов. И сегодня у нас в гостях набирающая популярность ютубер-звезда отечественного видеоблогинга Кирилл Глобал в студию! Здравствуйте, 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 ребята! Ждали меня? Нет, а я пришел. Что, можно сесть, да? Ну, задавайте ваши вопросики, которые вы так долго хотели мне задать. Здравствуйте, здравствуйте. Что же вас все-таки привело в интернет? Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу срубать много бабла. Не хочу заработать на заводах и фабриках, так их почти что нету. Ну, во-вторых, я хочу быть популярным, как бы, и тоже бабочки с рекламы-то резать как-нибудь ножичком. Вот и все. А чем вы занимаетесь в свободное время от интернета? Я просто обожаю коллекционировать значки 20 века. Вот они у меня, значки 20 века. И собирать различный быт. Очень старый, кстати, быт, заметьте. Конечно же, читать Карла Маркса. А что вы пожелаете своим подписчикам? Смотрите мои видосы и потейте, ибо мертвые никогда не потеют. До скорых встреч. С вами был самый популярный ютубер, видеоблогер. До скорых встреч. Кирилл Глобал. Дорогие зрители, задумайтесь над одним очень важным вопросом. А что для вас значит YouTube? До скорых встреч! С вами был Ахмед Малахов и наше любимое ток-шоу «Пусть все молчат». Всем удачи и пока! Встретимся на телевидении!